Я, честно говоря, ни в детстве, ни в отрочестве, ни даже в юности не собирался связывать свою судьбу с литературой. Я в детстве мечтал путешествовать, объездить весь мир. Вот. Поскольку мы жили, тем более, за железным занавесом в советское время, то это особость как-то вот мне казалось, что вот это вот, значит... И я хотел стать там журналистом-международником, дипломатом там, допустим. Вот. Поэтому я сначала поступил в Саратовский университет на филологический факультет, но на отделение романо-германское, то есть на английский язык. Поскольку английскую школу закончил, думаю, вот язык изучу, там, а потом там... Вот. А в результате, в общем, проучившись 3 курса, что-то я как-то затасковал, мне стало скучно там. Не в Саратове, Саратов прекрасный город, а просто на самом факультете. Ну, просто филфак — это такой институт невесты, уже называют. Там девочки в основном учились, они все аккуратистки такие. А я как-то связался с горными туристами, в общем, все время какие-то походы убегал. Меня всегда интересовали писатели, которые больше, чем писатели, которые... Вот у Ницше есть очень хорошее определение искусства. Искусство — это жизнь, которая сама вторгается в жизнь. Вот Толстой и Горький — это писатели, которые создавали какую-то новую реальность вокруг себя, какую-то новую идеологию, какие-то новые умственные течения. И реально меняли жизнь. И поэтому они очень интересны мне, поэтому о них интересно писать биографию. Ну, место, да, такое, революционно намоленное. То есть, кроме баррикад 905-го, да, года, здесь ведь еще Белый дом недалеко. Можно вспомнить 91-93 года. Видимо, какая-то есть вот у этого места энергия, которая порождает вот такие вот катаклизмы. Здесь помещался в октябре 1917 года райком РСДРПБ и ревком Пресненского района. Ну вот, значит, здесь был мозговой центр Московской, ну, то есть Октябрьской революции уже 1917 года. Один из моих героев, и автор его биографии, Алексей Максимович Горький. Он, правда, в московских событиях не принимал участие, он просто не успел в них принять участие, но 9 января он был на Дворцовой площади, он видел этот, то, что мы называем кровавым воскресеньем, то есть расстрел этой мирной демонстрации. Гапон, который организовывал эти демонстрации, возглавлял, да, это шествие, он после расстрела этой демонстрации скрывался на квартире Горького. Они написали воззвание, вот уже революционное воззвание, с которого, собственно, началась первая русская революция. После чего, ну, власти, естественно, вычислили, так сказать, кто писал, кто это организовал. Гапона переправили за границу. Горького посадили в Петропавловскую крепость и должны были судить. Вот, судить за организацию революции, за вот это воззвание. Мировые писатели за него вступились, мировая пресса. Вот, решили, что лучше не раздувать, так сказать, лишний раз скандал. И его просто выслали за границу. Он пишет про Америку несколько эссе. Одно из них называется «Страна желтого дьявола». То есть страна денег. Он пишет, что это страна небоскребов. Ну, потому что он видит Нью-Йорк, он же не видит, так сказать, настоящей Америки. Это страна небоскребов и миллионеров. И здесь все думают только о деньгах. Все, деньги, доллар – это бог, бог Америки. Так, в общем, Америка не приняла Горького. Или Горький не принял Америку. Они полюбили друг друга с первого взгляда. А больше в Америку Горький потом не приезжал. И он из Нью-Йорка уезжает на границу с Канадой, да, к Ниагарскому водопаду. Там живут его друзья, ну, как друзья, поклонники его. И вот там, на вилле у этих своих поклонников, Горький как раз и пишет роман «Мать».
Россия все-таки верующая страна. Россия вообще религиозная страна достаточно. Интеллигенция неверующая скорее, дворянство скорее неверующее, а крестьянство и рабочие, которые с того же крестьянства вышли, вот, там очень много верующих. Это роман, как ни странно, Горький пытается написать такое Евангелие для рабочих. То есть вот Павел Власов и его товарищи – это новые апостолы. Конечно, отношение к революции очень разное, и по этому поводу много спорят. Вот. Одни считают, что это трагедия России, что это катастрофа, что это конец вообще России. Другие считают, что это неизбежно было. И я, честно говоря, много думаю об этом. Не могу выбрать какую-то одну точку зрения. Это и катастрофа для России, и, с другой стороны, это абсолютно было неизбежно. Для меня это понятно просто. Революция не была столь кровавой. Кровавая была гражданская война, которая после нее началась. Вот. Но история, как известно, слагательных наклонений не терпит, и произошло то, что произошло. Ушла старая Россия, появилась новая. Безусловным достижением советской власти нужно отнести те социальные лифты, которые получили низшие слои населения. Безусловным достижением советской власти нужно отнести то, что она добилась всеобщей грамотности, которой не было до революции. Ну, я скажу, да, парадоксальную вещь, да и студентам своим говорю, некоторые иногда их оттерп берет, когда им на первом курсе это говорю, нельзя научить писать. Учить, можно научить играть на скрипке, можно научить рисовать. Вот. А вот живопись уже нельзя научить, мне кажется. И можно научить играть на скрипке, но научить, чтобы ты стал великим музыкантом, тоже нельзя. Тут что-то вот должно сработать, какие-то другие вещи. Вот. А с литературой совсем сложно, потому что просто на скрипке не все умеют играть, мало кто умеет. Поэтому нужно учиться, вот как там мячок держать, там, как ноты там, понимать. И не нужно научить играть. Также на фортепиано там. А литературу-то все же владеют. Словом же все владеют, все умеют писать. Все могут написать письмо, там, условно говоря, и теоретически сесть, там, придумать и написать какой-нибудь рассказ. Там. Это, казалось бы, не нужно совершенно учиться. Да? Вот. Но дальше начинается сложная вещь, потому что при том, что все умеют писать, почему-то писатели все-таки известных, там, и, а уж тем более там, хороших, тем более там, гениальных, все-таки вот по пальцам можно пересчитать. Не люблю фантастику, не очень люблю детективы. Вот. Ну, детектива, традиции детективов в России вообще не было. У нас не было как детективистов, там ни в 19 веке, даже и в 20-м не было. Вот. У нас был такой милицейский роман, знаете. Вот. А фантастика была, безусловно. Я читал ее в свое время, конечно, и Беляева, там, и Жюля Верна, и Стругацких, вот, но мне нравится выражение Достоевского, что жизнь куда более, реальная жизнь куда более фантастична, чем любая фантазия, вот, поэтому я реалист в этом смысле такой. Мне почему-то чтение фантастики и детективов кажется пустым времяпрепровождением. Но, с другой стороны, понимаете, вот как? Когда при мне там начинают говорить, что Гарри Поттер, это вообще вот пиар, это продукт пиара, это средняя литература там и так далее. Люди не понимают, что сейчас выросло поколение просто Гарри Поттера. Вот сейчас в мир вступает поколение Гарри Поттера. Тем, кому сейчас вот примерно там от 25 до 30 и чуть там дальше. Это люди, которые в подростковом возрасте читали Гарри Поттера, и это была их любимая книга. Ну, несколько книг. Вот. И она определила их сознание. Гарри Поттер был их идеалом, безусловно.
И вот эти люди сейчас будут возглавлять бизнес, политику, кто-то из них станет президентом во всех странах, не только в России. Поэтому, ну как, вот вам фэнтези, пожалуйста. И я считаю, что «Гарри Поттер», безусловно, великая книга.